Друзья, всем добрый день. Продолжаю рассказывать про способы быстрой помощи в экстренных состояниях. Сегодня про тошноту и рвоту. Значит, первое. Точки. Точки иглоукалывания. Первая точка, которая очень хорошо будет работать, это точка юань перикарда. Находится на ладонном сгибе. Называется она далин. Поскольку она делает прямой ке на желудок. А рвота — это обратный ход чи желудка. Вот оно так, собственно, есть. Поскольку у желудка его основное качество — это передвижение пищи сверху вниз. Следующая точка, которая также делает ке на желудок, это точка печени 1, точка далинь. Печень 1 на большом пальце ноги. Можете посмотреть в атласе. Также точки на самом меридиане желудка. Точка дзусанли, 36-я точка желудка, и точка 41, точка огня желудка, которая называется дзэси. Но помимо иглоукалывания, если вы не умеете этого делать, это для специалистов, вы можете использовать травы, такие как, опять же, горечь, опускающие действия, полынь, календула, крушина, с ветки малины, крапива, ну и многие другие по списку. Ну и, конечно, если из лекарственных препаратов, метоклопрамид, он же церукал, можете также применять. И в целом пить больше воды, ну если это интоксикация, то используйте сорбенты. Поэтому не болейте и попробуйте делать, обратную связь, вопросы задавайте.